Шведская ваза необычной формы возвышается на балюстраде Ульяновского областного художественного музея. Она поступила из собрания симбирского общественного деятеля, археолога Владимира Николаевича Поливанова. Ваза сделана из твердого фаянса, который получил распространение в конце XIX века. Это произведение искусства отсылает нас к эпохе викингов. В конце XIX века возникает стиль историзм, когда в искусстве проявляется интерес ко всем предшествующим эпохам, и каждая страна пытается показать свой национальный стиль, истоки культуры. Но когда мы говорим Швеция, Нормандия, то вспоминаем в первую очередь о викингах. На стыке веков был разработан вид таких декоративных ваз. Для ее декора мастер выбрал то, что осталось от эпохи викингов. За основу формы он взял погребальные вазы-урны, куда помещали прах викингов, а украсил скандинавским орнаментом. Вспоминая викингов, мы, конечно, представляем их знаменитые корабли-дракары, носы которых были украшены мифическими драконами. Ручки вазы и орнамент наверху горловины напоминают сплетение двух водных драконов, которые, переплетаясь, образуют скандинавские руны – письмо викингов. Ваза украшена росписью. Через изображение в овалах на тулове вазы можно познакомиться с жизнью викинга, своеобразной сагой.